О, привет, ребята! Наконец-то мы встретились, это так хорошо. А мы давайте расходиться. Ну, а еще неизвестно, кто предатель. Делаешь? Красные, пошли выполнять задание, а? Ну, давай, а чё? Жена поломана в корабле. Логично? Логично. Нет. Мы тут с Черным сидим, он мне истории рассказывает. А, ну давай. Пинка. Пидо. Бо. Это такое. Он же со мной ходил. Откуда ты живой? Электрики были. Зеленый, желтый. В столовой там. 10 минут спустя. Ух, наконец-то мы пришли сюда. А тут без карты ходить это как-то непривычно. Привет! Ребята, если что, я нашел труп красного. Это живой. Видите? О, это вообще, вот это вообще. Спустя после разговора и про истории там поговорили или еще что-то. Свет вырубили. Где вся обоза? Почему? Почему я тут? Дох, почему мой трупик тут? Я как рыба, что ли, вам? Это черный, наверное, потому что никто из нас не мог это сделать. А, я падаю. Это было неизвестно, походу мы когда выкинули черного, это все читерство исчезло. Так он что, был читером? Наверное, да, может и нет, или это просто какая-нибудь ошибка произошла, беда вообще-то, я не знаю, не следует.